Педагогический профсоюз в Запорожье начал свою работу в 20-х годах прошлого века. За это время он потерпел множество изменений. Впрочем, подчеркивают участники торжественного собрания, в течение многих лет организация не изменяла своей главной задачи – социальной защите сотрудников образования и науки. Организация насчитывает более 70 тысяч, является одной из крупнейших как у нас в области, так и в Украине. Имеет богатую историю. Историю, которую написали сотни тысяч людей, которые работали в этой отрасли. Они делали все для того, чтобы наши дети были умными, грамотными, веселыми. Члены профсоюза гордятся тем, что в свое время им удалось добиться полного объема выплат для педагогов за выслугу лет, за проверку тетрадей, а также сохранить за ними другое гарантированное государством социальное обеспечение. Впрочем, педагоги уверены, из-за сложной экономической ситуации в стране вскоре снова придется отстаивать свои интересы. Тяжкий рік, звичайно, 2014-й. І тому йдуть наступи на соціальні права наших освітян і всіх громадян. Тому ми зараз займаємо найактивнішу позицію. Найважливіше питання – це повернути освітянам повністю 20-відсоткову надбавку і за престижність праці, і 50% бібліотекарям. Сьогодні важливість цієї організації в тому, щоб не погіршилися стандарти, які вже завойовані тими, хто працює. Якщо подивитися на проект бюджету, який зверстав міністерство, то там значно йдеться поступитися багатьма позиціями. Хай це буде. Я не звертаю увагу на матеріальну основу. Недовольні запорожські педагоги і законом о професіональних союзах, їх правах і гарантіях діяльності. Тот закон, який був прийнят, він не працює. І у нас все время фінансово ущемляють. У нас нет того, що делается в других странах. У нас остаточное финансирование идет только на народное образование и на здравоохранение. Это такие и госучреждения сюда. Мы всегда втроем идем и добиваемся своих целей. Впрочем, представители профсоюза говорят, сейчас отрабатывают новые формы и методы борьбы за интересы работников отрасли. Считают, добиться результата возможно только в единстве и сплоченности.